Грамматика английского языка Барашкова, проверочная работа, 6 класс. Проверочная работа 3, вариант 1. Это конец части 1. Часть 1 так и оставляем 1. Мы не решили первую часть еще. Первую, то есть 1 меняем на первое порядковое числительное first. Кресло. Кресла наши или же учительские? А у вас, но к ним нет относительного к ним существительного, поэтому превосходная степень а у вас з. Это телефон твоего брата или твой? После твоего нет существительного, относящегося к нему, поэтому ставим абсолютную степень yours. Это мое мороженое, my. Ее мороженое в холодильнике, но слово мороженое мы здесь не видим существительного, поэтому делаем абсолютную степень притяжения hers. Это ее фотоаппарат? Нет, это его. He меняем на his, там без изменений. Как и абсолютная степень тоже his. Пойдем со мной. Come with me. Я не могу туда один идти. Никто не поможет. Вы меняем. Нам. Нам придется делать все самим. We это множественное число, поэтому именно ourselves. Это стул Ольги? Нет, это твой. Опять же, не видим слова стул, поэтому делаем yours. Ее вон там. Ее имеется в виду стул, но существительного мы здесь не видим, поэтому ставим абсолютную степень hers. Ты можешь послать им эти открытки? This для единственного, this для множественных. В машине трое мужчин. Man, слово исключение, мы их меняем на man. Кто принес эти игрушки? That для единственного числа, choice во множественном, поэтому нужно ставить those. За школой два автобуса, bus заканчивается на свистящую s, поэтому при множественном числе нужно добавить именно es. Чей велосипед то? Это велосипед моей тети. Aunt, обычная, то есть тетя, ей притяжательное делаем апостроф с s, потому что она в единственном числе. Это самое жаркое лето, которое я могу вспомнить. Hot, превосходная степень hottest, но не забываем добавлять еще одну букву t, там удвоение. Почему было намного легче путешествовать по морю? Easy, в сравнительной степени easier, только меняем y на i с точкой посередине. По временам. Перед тем, как часы были изобретены, люди судили о времени или определяли время, смотря на солнце. In went, ну, понимаем, не часы кого-то изобрели, они были изобретены, поэтому по simple только пассив. Were invented. Дерево используется, чтобы делать мебель. Опять же, не оно кого-то использует, его используют в настоящем времени, поэтому делаем пассив только в present simple. Is used. Ежедневные газеты печатаются каждый день. В настоящее время печатают не они, а их печатают, поэтому пассив настоящего времени. Are printed. Убедитесь, что машина была припаркована как надо. Вот здесь, кстати, можно перевести, убедитесь, что машина припаркована как надо, была припаркована как надо, а возможно и будет припаркована. Поэтому вот с этим возом, ну так-то можно будет и is поставить, и will be parked. Поэтому здесь такое толкование аж троякое, можно сказать. Так что вполне может быть все три варианта. Банкноты хранятся в кошельке, в бумажнике. Банкноты во множественном числе, поэтому в настоящее время are kept. Этот дом из кирпича, кирпичные дома были построены около 3000 лет назад. Во множественном числе тут точно по simple стоит, потому что сигналочка go. Поэтому were built. Первые транспортные средства с колесами использовались, опять же, 5500 лет назад по simple, поэтому were used. Сыр часто используется в салатах. Сыр неисчисляемый, считаем его как it, поэтому is used. Никто не знает точно, когда точно был, земля была сформирована. Тут, кстати, тоже можно earth formed, то есть она сама как бы формировалась. А может was formed, была сформирована, потому что встречаются оба варианта, но так как у вас отработка пассива, то скорее всего через пассив все-таки идет, поэтому was formed. Советский Союз был основан, was founded, потому что первая форма found. Кстати, его часто путают с находить. Find, found. Но это именно основывать. Фильм будет обсужден в следующем воскресенье. Будущее время ставится с помощью will be и discuss с окончанием идеи.
Фильм был обсужден Last Sunday, это сигналочка по Simple, поэтому was discussed. Кто ответственный за поездку? За поездки? Поездки организовываются менеджером. А, arranged, то есть настоящее время. Интересная поездка будет организована следующим летом. Будущее время will be и arrange плюс окончание ed. Мне понравилась поездка. Она была организована университетом. Прошедшее время, понятно, тоже пассив, конечно. Завтра сообщение для тебя будет оставлено. Через пассив будущее will be left. Много деревьев будут посажены следующей весной. Будущее время will be planted. Деревья были посажены прошлой осенью. Как только last. Видим past simple, поэтому пассивный past were planted. Ты можешь объяснить мне, как это слово используется? Use меняем на пассивчик is used.